Добрый день. Самарский областной наркологический диспансер, Партизанская, 130. Мы вас слушаем. Ни один звонок не останется без внимания. В Самарском областном наркодиспансере действует анонимная горячая линия. Ее номер на ваших экранах. Зависимые и их близкие, не опасаясь, могут позвонить, зная, что им окажут качественную помощь, психологическую поддержку и расскажут о возможностях для лечения. Все наши специалисты, высококвалифицированные сотрудники, расскажут, направят. Бесплатная помощь такая оказывается, как лечение. Можем дать направление в санар по необходимости. Также можем провести анонимное лечение. Пока в Самарской области ситуация с наркоманией хуже, чем в среднем по России. Но есть и положительная тенденция. Количество наркоманов, в том числе несовершеннолетних, а также начинающих зависимых, снизилось на треть. Это стало возможным благодаря и раннему выявлению. В школах регулярными стали тестирования, но не все родители дают на это согласие. И надо отметить, что при таких тестах вот за эти 2 года, которые мы проводим, ни одного случая не зарегистрировано. То есть как раз дают согласие те, которые абсолютно уверены в том, что они не употребляют наркотики. Силовики тоже проводят успешную борьбу со сбытом наркотиков. Самарские таможенники с начала этого года изъяли более 4,5 килограмм запрещенных средств, а полицейские – более 61 килограмма синтетических наркотиков. В суд направлено 102 уголовных дела. Есть преступники, которые привозят наркотики, торгуют, хранят. Это наша задача – ловить, привлекать к ответственности. Все, что в ФСКН было начато, мы довели до конца и в настоящий момент продолжаем работать в этом направлении. Главный результат всех действий – снижается смертность от наркомании. Межведомственная комиссия обещает, совместная работа не остановится, пока регион не станет свободным от наркобизнеса. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.